Значит, вы хотите знать мнение Черной Бороды? Может ли новый капитан дать вам веселую жизнь, походы и добычу? Да. Из всех джентльменов удачи, поднимавших паруса в Вест-Индии, он один из самых хитроумных. Было время, я считал себя бичом божьим в этих водах. Но этот человек просто живет бурей и бедой. Я видел, как он один вырезал всех на испанском галеоне. Да, он сражался как бес, как сам дьявол. А еще он хитер. Он знает все здешние берега, как свои пять пальцев. Если вы охотники за удачей, Эдвард Кенуэй – ваш капитан. Только не суйте нос в его дела. Он хранит множество тайн. О них и я боюсь спрашивать. Всем привет, вы на канале Темная Лиза, меня зовут Дима. Продолжаю проходить игру Синкрет 4 Черный Флаг. Мне почти 16-я часть игры под названием Одинокий Безумец. Кстати говоря, дорогие друзья, вам понравилась мини-история Черной Борде о Бадварде? Да или нет? Напишите про свое мнение в комментариях. Кстати говоря, в предыдущей серии я пытался, как вы понимаете, там, полную серию, блин, по карте, просто как так, определиться, понять, где именно находится тайники и все такое, в итоге нифига не понял. И понял, что надо серию завершать. Поэтому вовремя ее завершил. Надеюсь, что завершу вовремя. Надеюсь, вам моя предыдущая миссия понравилась. Потому что я, правда, по картам лазил везде. Вы видели сами, а? Нифига я не понял. Вроде бы попал в точку, да, получается, где находится. Тут где должен быть тайник. А в итоге ни хрена, блин, не нашел. Потом как дебил побегал, блин. Здесь только прикольный остров открыл. А больше никакого в конце я, блин, как лошара, ничего не сделал, а? Маленько, дорогие друзья. Меньше болтовни, больше дела. Желаю всем приятного просмотра. Наша миссия, сейчас повторяю, называется «Одинокий безумец». Кстати говоря, перед тем, как мы отправимся в эту миссию, она находится аж вот где, мы откроем еще один прикольный остров. Не знаю какой, блин, но прикольный, надеюсь, а. Погнали. Кстати говоря, там контактное убийство есть, а. Кстати, как вам вообще Эдварду нравится? Как, кстати говоря, хочу ваше мнение узнать в комментариях. Как этот костюмчик, это прикольный или не прикольный? Фух, все, погнали. Кстати, сейчас я на этом острове и нахожусь или нет. Понятия не имею. А, да-да-да, на этом острове я сейчас нахожусь. Как я забыл название его. Так я в итоге нифига не нашел. Опа, я же могу себе... А, нет, еще не могу. Блин, зараза, или могу. Дневная вахта так держаться. Опа, спасибо, друзья, за поддержку. Я говорю вам, друзья, спасибо за поддержку. Сейчас быстренько продам ненужные фигни. Надеюсь, что у меня есть. Просто хочу себе купить пистолет за 9000. Так, продажа... грузов, есть что-нибудь? Ой, слава богам, а. Сейчас я куплю пистолет за 9 косых, а. Давно хотел себе его взять, а. Реально, ну, как сказать, давно, ну, недавно, пана, захотел купить. Сейчас, быстренько. Опа, улучшение доступно, да? Ну, прикольно, прикольненько. Мне нужно сейчас купить себе новый пистолет, потому что, в общем, клинки у меня офигенные, пистолеты, ой, одежда офигенная, а вот, блин, пистолет говно, поэтому я хочу купить себе пистолет. Так, получается, нет. А это у нас... Ух ты! А это недоступный, сука. Нужно все контракты повыполнять. Приобретаемые после выполнения всех морских контрактов. Офигеть, да? Ну и пушка. Так, вот это я хочу уже купить себе. Во! Так, можно купить его? Доступно. Купить можно, можно. Или нельзя? Я не пойму, его можно купить? Так, пистолет со съемным дулом, отлично поражающая цель на земле. А что купить его нельзя, мне же денег хватает-то. А, походу, тут я не могу купить его. Зараза. Не судьба. Так, испытание Стега пройдено. Продайте капитану Порта всего 500 товаров.
Блин, я могу тут сменить снаряжение, но купить не могу, а. Вот жалко, блин, а. Надо будет, на острове, на том, кто сейчас я открою, остановиться, если там будет магазинчик, купить себе пистолет, а, за 9 косых. Ну все, отдевали. Капитан на вахте. Погнали. Моя офигенная команда. И спасибо всем друзьям за поддержку. Сейчас я быстренько груз возьму. Там я увидел прикольный груз, но не знаю, что там будет находиться, но давай-ка. Эти миссии поставить сделать веселее. Ну не буду тупить, как дебил лазить, блядь, как той миссии. Я подо хотел на тайник открыть, ну в смысле, по карте. Ого, добыча! Прикольно, прикольно. Просто я подо хотел в той миссии по карте, по карте найти себе тайники. Ну, в смысле, уникальные, так сказать, блядь, сокровища, вот. Но в итоге нифига не получилось. В итоге я как говорится, тупил, бегал, как придурок, прыгал, и ни хрена не напрыгал. Ладно, эта миссия, правда, будет интереснее. А скоро я буду прикольную игру проходить начну, а? 29 октября, если все получится, все будет хорошо, я начну проходить прикольную игру Watch Dogs Legion. А если переводить получится по-русски, это Сторожевые псы называется, это почти 3 части этой классной игры. Опа, ткань, ром. Ну, блин, конечно, ребята. Все! Что, хороша водичка? Да, охеренно! Я просто офигенно его снес! Ладненько, пойдемте на этот остров, а? Давайте быстренько поплывем. Хотя нет, тут получится, сейчас ветер дует, и мы максимальную скорость на галке не можем развить. Блин, я тут правда костюм идет, как будто я играю за Конора, да. За внука Эдварда, а не за Эдварда. Твою медь, а? Сука, охотники, а? Хороший залп там поможет! Ого. Он идет ко дну! Ого, только матрас. Скажите-ка! Ладненько, так же быть, как говорится, охотники репертов, я сам к вам пойду. Уровень 17-й, телемах. Дерево, металл, ткани, тяжелые ядра, маркирные ядра. Ого, добыча будет. Опа, фрагмент анимуса, надо будет взять. Я правда, если он... Ого, второй крест. Не, мне второй не нужен, он будет, кстати, зайти к этому. Ну и погодка, видели? Морской дьявол. Была офигенная погода, да, резко поменялась, дождь пошел, капец, да? Не, правда, офигенно. Вон слабое место! Нате, ублюдки! Надо будет сидеть зайти второй же против. Кэп, стреляйте вон туда! Убрать! Это, так сказать, свою узнаваемость. Значит, мне кажется, там дальше уже будут пожестче охотники не пиратов, а? Представляете? Не особо слабые, скажу честно, просто сейчас они тупят. О, там походу... О, смерч! Нихрена себе, видите, да? Да уж, блин, ну и погодка, а. Не, я тебе скажу честно, пока уже слабый для меня, потому что я галку прокачал. Ну, блин, второй. Ого, видели, мортиры полетели. На абордаж, возьмем на абордаж. Ой-ой-ой. Смотрите, какой смерч, охереть, да? Его раз проходит, еще один смерч. Охереть. Так, надо быстренько сейчас и корабль, так сказать, захватим, чтобы уклониться свою узнаваемость, а? Я бы просто... Второй крестик? Блин, не нужен мне. Мне кажется, там уже будут пожестче охотники на пиратов, а? Эти, значит, скажу честно, слабые, потому что я уже галку прокачал. А там, походу, будут корабли помощнее. Да-да, Девали, я с тобой полностью согласен. Я приступил на галку, умрёт. Так, пятерых убил, пятерых сейчас так убью. Маленько, дорогие друзья. Сейчас могут моих убить. Блин, быстрее, Димон. Тварь, а. Это сука, а. Сука. Что будет такое, а? Лишь не назад. Тут ублюдки, а. Все, сука, надо нашего отомстить, а. Последнего, сука, я убью во всех. Сука, блин, за моих ребят, а. Минус нашего убили, а? Сука, блин, а? Блин, потеряли бойца хорошего, а? Твою медь, а? Тебе не терпил бы, блин, его не убили бы, а? Какой же капитан, а? Сука. Надо быть лучше капитаном, а? Так, конечно, снизить известность. Да, я не хочу пока что нарываться на второй уровень ходика для пиратов, потому что галка у меня еще слабая. Будь с нами, или умри. Отдать грунты! Можем улучшить корабль!
Так, подожди, я хотел уже на остров, да, получается, видели? Опять дождь пошел. Только что погулка наладилась, и опять дождь пошел. Сейчас быстренько фрагмент анимуса соберу. Блин, эта миссия офигенная, будет очень даже, друзья, интересная. Правда, на самом деле, классная. Блин, опа-опа. Это наш остров, мини-остров. Там слева у нас полчаса. А, припасы. Не знаю, что... Ой, подожди, аккуратно. А тут у нас фрагмент анимуса. Блин, тут офигенная детализированная погода в игре. Правда, дождик, блин. Смерчи. Блин, бури. Ну, в общем, на самом деле, офигенная игра. Ой-ой-ой, видели? Видели? Был дождь? Блин, я бы, получится, что я его бросил, сразу солнце появилось. Офигенно, да? Это правда офигенная игра. Сейчас я быстренько сбегаю, открою новый остров. Так, подожди, подожди, Эдвард. Давай. Есть! Опа, фармит анимусы на 1/4 из 30. Да, уже еще придется долго искать анимусы. Фрагментов, еще целых 26 фрагментов анимусы надо будет найти на воде. Спустим на мини-островах. О, Вадика, все-таки знаете, как я лучше сделаю? На самом деле, сначала выполню миссию основную. Ну да, сначала основную миссию выполню, друзья. А уж потом пойду остров открывать, дабы... Капитан! До острова далеко, в принципе. А, нет, хотя нет, до основной миссии еще дальше, но... Блин, даже не знаю, на самом деле, Вадика. Так что быть, я открою быстро этот мини-остров, ну, точку обзора. И нет, все-таки да. Потом. Я пойду сначала на основное здание, потом уже, как выполню основное здание, открою этот остров. Так и сделаю. Мне кажется, так я на самом деле правильно поступил. Да. Опа, чувака спасу, он, похоже, чувак за бортом. Или покажется, а? Ну-ка, подожди, поближе. А, это корабль! Это мини-корабль-союзник. Видите, типа, ну, красненьким не горит. А, и когда получится 2-3 тысячи почти метров до основного здания. Блин. Видели, там гром гремит впереди, а? Вон тучи, походу, там... Да опять дождь пошел, а? Опять погода быстро меняется, а? Да, я так и сделаю. Основное здание выполню, и пойду уже открою себе, может, один или два мини-острова. Ну, острова, в общем. Так, подожди. Море разбушевалось! Да, я вижу. На добычу. Они открылись! Тактика под... Ой, как же, блин, не хотел, Ваника. Так было проще, чисто было лень на самом деле. Марсели, Брамсели, отдать! На них нападать? Ну, в смысле, да, на них нападать. Так таранов их зафигачил, а? Видели, какая, видите, какая погодка, да? Офигенная, блин, это просто офигенная игра, друзья. Спасибо вам огромное всем за поддержку, правда, вот вы просто молодцы. Вы поддерживаете меня в моих новых проектах, моих... Ну, поедет не очень таких классных для вас, но тем не менее, ну это я имею в виду танки, а. Блин, твою мать, а. Не засмотрелся, а. Ого. Он засмотрелся, наоборот. Заболтался, вот. Блин, гром гремит, я же говорю, блин. Дождь капец идет, блин. Ужас, а. Кстати говоря, я пока при шторме корабль не могу быстрее плыть, видите? Идя на всех парах, нажмите R, ага, чтобы использовать. А я вижу, блин, еще ветер дует. Сейчас с кого могу впитаться, а? Да уж, погодка, ничего не скажешь. Очень даже дерьмовая. Ну, блин, Эдвард, правда, этого Эдварду костюм Коннора, да, вообще, в принципе, все костюмы идут. Блин, надо еще людей спасти, а? Два человека за бортом. Как они еще выжили в такую погоду, а? Правый борт, Кэп! Там груз с корабля, сэр! Блин, не прячется, как грузов я понаходил, видели? Пусть это корабля, сколько помню, сажало. Да уж, блин, кстати говоря, весность я снизил. Там в воде добыча! Вау, еще одна добыча. Так, в данной фрагменте памяти эта зона недоступна. Как это понять? Какая зона недоступна? Не знаю, какая зона недоступна. Я пока не помню, нифига. Сейчас просто быстренько спасу человека. Развернусь. Блин, кстати говоря, видите, погодка опять изменилась. Уже дождик идет, да, но уже нету. Гром не гремит, ни смерчей нету. Сейчас быстренько. Это чувак, извините, чувак, а? Не лезь, на самом деле, с тобой путь, а? Откуда вы вообще беретесь, на самом деле, не могу понять. Не те корабли, пах люди откуда берутся, а? Магия? Так. Я не пойму, я могу эту миссию дальше попасть? Слева по борту, сэр! Ага. Там плавает доп... Не, пока что могу или не могу. Сейчас узнаем. Внимание, это... Живи, ребята, лишнего не дам! Внимание, зона... А почему я не могу понять?
Десинхронизация. Как это понять? А, как это почти на самом деле понять? А почему? Я не могу понять, почему. Как это понимать? Ладненько. Я перейду на основную миссию, получается, да? И не могу ни хера попасть на нее, ладно. Давайте как-нибудь по-другому попадем. Так что будет. Сэр, плохо дело. Да, я вижу, что шторма. Аж, блин, капец, корабль прям заносит, а. Блин, чувак, искупайся, погода хорошая. Тут плавает чей-то груз, капитан. Ладно, давайте по-другому обойдем. Они сейчас вроде бы получится, да? Или опять же не получится? Я вообще не понял нифига, почему мне не получилось. Давайте попробуем еще раз, как говорится, W272. Нет, видите, в данный фрагмент памяти, в данном фрагменте памяти недоступна зона. Я не знаю, я не могу понять, почему. Что надо сделать? Чего мне не хватает? Сейчас посмотрим. Подождите. Сейчас я быстренько сделаю. Подождите, датчик прогресса. Вот. Датчик прогресса. Почему я не могу это сделать? Кинстон. Таверна. Да нет, почему здесь таверна? Вот. Вот. Веселая Гавана, это понятно. Есть претензии. А, я стоп, получается, нет. Вот. Чтоб тебя. Сейчас открыть мир. Сбой. Нет. Почему флагом? Урожай. Хорошая оборона. Хорошая оборона. Нет. Получается, вот. Планетар. Контакты убийства. Так, планетар, использующий. Блять, по время север жестокий. Содействие торговец, убейте его. А, нет, это вообще не то, а. Блин. Новоиспеченный капитан. И что не так? Я не могу понять, почему. Не могу вообще понять, друзья, дорогие. Как-то чай и все остальное. Ладно, чувака спасу, а. Давай, 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 давай. Может, прям близко к нему не путь, а? Почему так близко надо, а? Он еще жив, мне кажется. Кажется, жив. Ладно, давайте быстренько пробуем все-таки. Не знаю, получится, не получится, не выполнить основную миссию. Какой-то на самом деле бред получается. Ладно, мини-остров, я потом к тебе поплыву. Фух, как выполнил основное задание. Надеюсь, получится выполнить. Друзья, я не понимаю, почему данная фамильная зона недоступна. Может быть, я просто не с той стороны вхожу? Сейчас попробуем. Я первый раз в такую ситуацию попадаю, что не могу попасть в основное задание. Мне кажется, я просто не с той стороны захожу. Ну, скорее всего, так и есть. Да-да-да, так и есть, скорее всего. Да, друзья, я просто не с той стороны заходил в основную миссию. Ну, я балбес, а. Ладненько, друзья, бывает. Все-таки мы выполним сегодня 16-ю миссию. И потом уже пойдем открывать второй еще остров, так сказать, для быстрого перемещения. Нет, это не второй остров. Уже не остров где-то штуки 3 есть. Ну, в общем, еще один остров. Одинокий безумец. Начать задание. Блин, Эдвард на самом деле просто офигенный этот костюм Коннора дойдет. Блин, такой очень прикольный костюм, мне нравится. В виде орла, похоже, немного. Господа! Как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Насау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «Да!» Те, кто против, прохнычьте «Нет!» И парламент не бывал столь единодушен. Да, мне кажется, отдавали на что-то будто забучаться или нет. Так, выберитесь из джунг, пейте Ньюкасса в воздухе. Окей, окей. Так, у вас есть карта сокровищ, карта, ага, с привязкой к этому месту. Берите в режим работы, если карта сокровищ. Да-да-да, я уже пробовал в предыдущей миссии. Нифига не получилось у меня. Капитан в воде! Да все нормально, ребята. Нифига не нашел ничего, блин, по карте нифига ничего не понял. Вроде бы пришел на правильное место, но нифига не... Как дебил бегал-бегал и нифига не нашел. Вот, блин, ну, сейчас посмотрим, что у нас там по карте, а. Привязка говорит, да? Так, сейчас я попаду сюда.
фарерская зона, везде красный квадрат. А вот получится и пункт назначения. Вот фига. Сейчас, подождите, я быстро кое-что сделаю. Так, карты. Где именно нам нужно что-то искать? Так. Дополнительные действия. Да. Дополнительная география. Все задачи, задания, лавки, коллекция, дополнительные действия. Так, как мне получается, как-то понять? Я хочу, допустим, карта. А, карта, походу, тут не получится, да, сделать? Так, подождите, я почему-то, наверное, скорее всего, не то делаю. Хотя, по идее, карты, да. Ну, ладненько, черт с ним, с картами я что-то туплю. Хотя нет. Вот, все правильно. Вот карта сокровища. Так, 749 получается. Так, к этому месту привязка, да? Я по секретику вроде бы ходил, все делал, да? Но так нифига не нашел. В общем, друзья, с меня по картам фиговый кладоискатель, а? Так-то я могу добычу найти. А вот, блин, по картам не получается. Ладненько, попробуем Дюкаса убить в воздухе, а? Выберитесь из джунглей. Да я только даже еще не подошел к джунгли, я уже выбраться должен. Так, а, вот оно чё. Ну, прикольно. Так, подождите, вот оно. Блин. И где получится расформить анимус находится? Не знаю. А в джунгле, эти еще только... Захожу в джунгли, а уже, блядь, чувствую, что там будет очень красиво в джунглях, а? Как, в принципе, в начале игры было прикольно. Так, вот нам получится расформить анимуса, да? Давай, Эдуард, давай. Вот он. Так. Большой Янагуа, вот как называется этот остров, а? Прикольно. Так, Эдвард, я верю в тебя. Эдвард, все получится, все хорошо. Тебе верят мои друзья. Я верю в них. Потому что они молодцы. Всегда поддержат меня в трудную минуту. Когда YouTube бывает тупят и стрим получается. И портит на меня настроение. Ну и не только мне, когда из-за них приходится вырубать стрим. Так. Или переносить его на другой день. Так, подождите. Сундук. Где у нас тут сундук? Он правильно на месте был? Так, подожди. Где, пожалуйста? Блин, я не понимаю, где остров. А, сундук, походу, наверху. Все. Сундук не здесь, а. Наверное, скорее всего, не здесь. Так, нам получится... Ну, я правильно на самом деле иду? А, нет, сундук. Ладно, потом сундук найдем на самом деле, потом. Сейчас наша цель другая. Хотя... Так, подождите, тут... Опа! Какой-то хер. Блин, надо будет все-таки реально... Нет, я все-таки хочу этот сундук. Ладненько, так что быть, Эдвард, давай. Я верю в тебя. Ух, вот это я не хотел делать. Карта сокровищ. F. Ну, карта сокровищ не то, что я хотел. Ну, в смысле то, но не то. Сейчас. Где же этот гребаный... Я не могу понять, где этот сундук. Он где-то находится... Не могу понять, где. Он, скорее всего... А, я понял, где он находится. Все. Он находится, как я понимаю, в том месте, где мне неудобно пока собраться, но... Эта вариация есть. Видите, да? Я умный, блин. Эдвард, ты молодец. Вот там, где у нас сундук. Ни хрена себе, ну тайное место, а? Блин, так. Большой Янагуа. Вау, посмотрите, как тут красиво. Красивое, классное море. Красивые, классные горы. Леска, вот так сказать, в зеленом цвете. Ну, между... Класс, а? А вот там галка стоит у нас. Где-то там, а? Офигеть, а? Эдвард, блин. Тебе везет, а? В таких красивых местах лазишь, а? Тоже хотел бы побыть так, а? Давайте. Опа, там надо будет сейчас, не знаю, кто там, кого-то убить. По-моему, там животное. Не знаю, приеры. Так, все, брось. Все, давай. Эдвард, погнали. Говорится, выберитесь из джунглей. Я даже только еще в джунгли не попал, уже выбраться должен. Как это понять? Не знаю, как это понимать, но ладненько. Так, теперь основное задание наше. Получается, мне нужно 500 такого, а, это максимальная, походу, вместимость я, походу, взял, да? Так, получается, во-во-во, убейте Дюкаса в воздухе, избегайте стычек. Блин, ладненько, попробуем. Хотя стычек, опа, это что у нас, получается, не знаю, кто, но...
Блин, поймай, давай. Блин, а. Сука, у меня нифига нет пушек этих, а. Опа, один нож есть. Стычек избежать. Блин, попробую. Такая офигенная и красивая джунгля. Я только в них попал, он только зашел. А мне нравится. А вот только стычек избегать будет нелегко. Хотя... Пойдет. Как еще ножи? Получается, нож надо на F кидать, да? Да чтоб тебя. Сейчас. Надеюсь, меня этот дебил не увидит, да? Я убью его. Так, скрытые клинки, получается. Паника, один придурок готов. Еще осталось хрен знает сколько. Так, у меня получится, надо будет потом купить пистолет в этой миссии или следующее. Блин, даже птички поют, слышите? Так, раз, два. Блин, там у них какой-то капитан, что ли? Или кто? Опа, молодец, Эдвард, ты офигенно спрятал его. Только что у меня нож только один, а. Так, это для того, чтобы дебил этот не спалил меня. Бросить нож. Офигенно, видели, я ножом его кокнул, а. Жалко, нож нельзя обратно взять, или можно? Блин, нож обратно нельзя взять, а. Жалко, блин, офигенно было, видели, как я... Это прям чисто в голову нож кинул, а. Этому придурку, там тамплиеру. Сейчас, Дюкас, я доберусь до тебя. Ты, по-моему, дебил в шляпе, если я не ошибаюсь, а? Или я путаю? Блин. Дико. Очень красивые, прикольные растения. И бабочки летают. Так, подождите. Так, его убил. Есть, так. Ну, того вот я не буду... Обирать деньги, так что быть, пускай будет у него. Мне не жалко. А остров правда красивый. Фух, тут главное не спешить, ребята, и самому играть. Дабы я хочу попробовать стычек избежать. Так, ребята, подождите. О, прикольные цветочки красные. Блин. Забыл, как эти дебилы называют, зовут их, как вот этих придурков. То, ну, типа, это типа какой-то тамплиер улучшенный. Так буду называть. Ко мне. Тамплиер с тупой прической. Офигеть, опа, в кустике его, а. Ай, блин, круто, а. Так, у меня получится уже почти 12300 реалов. Круто, так, фармитонимуса. Сейчас возьмем. Так, подожди, как нам попасть туда? Получается, забраться на фармитоним. А, вот оно. Нет, тут не получается, Эдвард. Тут должно получиться. Тоже нет. Эдвард. Да ты главное это, Эдвард, не тупи. Как-то ж надо мозги включить свои, фармитонимусы достать. Так, ну тут-то тоже должны. Эдвард, давай. Эдвард, да что ж ты такой? Тут ты лазишь, блин, как офигенно. Ну, прямо реально. А тут залезть не можно, какую-то маленькую убить эту. Ты серьезно, Эдвард? Эдвард меня как-то разочаровывает. Видите, не может нифига залезть даже на маленький уступ. Уступ. Ага. Пипец, Эдвард, ты меня удивляешь. Эй, на самом деле, Эдвард залезть не может, видите, да? Капец, как туда понимать? Как туда не попасть туда? Я не могу понять. Чтобы фарметанимуса взять. Нет, надо все-таки разобраться. Вон что. Видите, все-таки, мозги включил Дима. И понял, и получилось все. Главное включить свои мозги. Они постоянно... Делать, а не делать так, чтобы они были постоянно выключены, а? Хотя я частенько свои мозги включаю, не переживайте, друзья. Фух, блин, а миссия на самом деле интересная получается. Предыдущая миссия была прикольная, если бы я не заступил бы, и все бы получилось бы у меня найти бы идеально карта сокровищ, сокровища по картам, то вообще миссия была бы тоже интересная. Так, селектор оружия. Так, значит, выбрать использовать выбор, ага. Понял. Холодное оружие. Как не попасть туда, получается? А вон оно чё. Так, это сокровище не нужно. Дюкас. Я почти до Дюкаса добрался. Оп, здесь сундук.
Здесь меня никто... Вау! Вот, подожди, Эдвард. Сейчас все будет, я знаю. Потом вот остров стены обследуем. В любом случае, он будет наш. Давай, Эдвард, не тупи. Давай. Молодец, а. Большой Янгуа, сундук второй найден. Вау, посмотрите, какой красивый водопад, а и водопады. Вау. Я полюбился с палатью. Красивая радуга, блин. Красивые джунгли. Красивые растения. Все красиво. И вам еще раз большое, огромное спасибо за поддержку. Только ссылки на мою ВК, группу или Дискорд будут в описании. Вступайте, вместе будет веселее. И правда будет вместе веселее. Тут я не говорю правду. Нифига себе, мне ссылка на этого дебила переца. Так, ладненько. Давайте, получится мне... Ого! Получится точка обзора. Я думаю, сначала точку обзора сделаю. Перед тем, как на этого дебила напасть. Она, в принципе, находится не так далеко. 275 метров. Фигня. Так. Получается нам как нужно. А, разбег. Давай, Эдвард. Не упади. Ты сильный. Ты классный. Ты пятый ассасин. Ух, так, пока стычек я вроде бы избежал. Но еще не вечер, как говорится. Опа-опа. Опа. Вау, качается наш Эдвард. И веселится он. Трю-трю. Опа, еще один фрагмент анимуса. Так, надо будет... А, вот как его можно взять. Тут, на самом деле, легко его взять. Получается тут... А, мы, получается, почти все фрагменты анимуса нашли. Еще осталось два. Да, миссия на самом деле очень даже, друзья, интересная. Спасибо вам всем за поддержку, что поддержите меня в моих прикольных проектах. Ну, я стараюсь делать так, чтобы они были прикольными. У вас еще проекты офигенные. И особенно у Санька, он не знает, он прикольный, а это игры играет, который даже вообще ни разу не играл. Вижу их, и, блин, знаете, бред. Нет, тут уже будет труднее. Не палиться, а. Тут их больше, видите, да? Раз, два, три, четыре. Четыре придурка. Блин, я либо их убью, либо просто мимо пойду. Даже не знаю, что сделать, а. Просто одного убью, не получится другой спалить, а. Я даже не знаю, даже, на самом деле, что сделать. Убить или обойти? Хотя нет, надо все-таки как-то убить. Но вот только как? Видели, пошел придурок искать меня. Блин, сука, я не могу, я могу, блин, я не могу, они со таких местах стоять, я не могу со своих убить, а. Типа, вот, какого хрена, никого нету, а? Видите, дебил быстро обходит очень, а? Я просто хочу выполнить и бежать стычек, а? А, блин, они там дебил еще в воздухе убить, а? Как же вы тупо стоите, а? Так, это получилось. Нормально, как все. Они пока меня не спалили, придурки, а. Я пока буду с ними играться. Так, этот дебил стоит, да? Он не шевелится. А, нет, он, да, слава богам, он не поворачивается. Сейчас я, знаю, один план есть у меня. Хочу попробовать его реализовать. Надеюсь, у тебя получится. Блин, я спрятал его, ты даже не понял. Так, офигенно, все. Последний дебил остался. Убить его в воздухе, вау. Правда, убийство в воздухе по-своему прекрасно. Тут, по-моему, Юка, или кто-то говорил, по-моему, это на самом деле так и есть. Сейчас быстренько их ограблю. Офигенно их убил, видите? Я молодец, на самом деле, ну, я, по крайней мере, ну, я думаю, что я молодец, а это все зависит от вас. Если вы считаете, что я молодец, значит я реально молодец. Но я, ну, я думаю, что я молодец. Хотя, ну нет, все-таки так шубы, да, я молодец. Так, дебил в воздухе, ой, сверху меня все может испортить. Там фрагмент анимуса. Получается, видите, сука, блин, стрелок. Да что ты делаешь, Эдвард, не тупи. Ты же сейчас спалишь, а? Блин, стрелок, там получится их, в общем, тут пятеро, а?
Ё-моё. Так что не слушать меня. Он так быстро, они так сука быстро обходят, что, блин, знаете, времени мало на убийство быстрое. Блин, а. Сука, это там еще двое получается. Но они не видят меня. Так, надо сейчас продумать план. Сука, они быстро реально так ходят, а? Они как дебил, пускай уйдет, я этого первого убью. Все, видели, как я? Ну, я по-умному поступаю, ну, знаете, надо же, правда, ладно, хватит болтать, Дима. Фух, так, теперь ты придешь следующий меня. Стрелок будет у меня последний. Ну, или посмотрим, что все зависит от ситуации. Блин. Убрать оружие, а я что, не убрал? Что за фигня? Как свистить я хочу. А, это камера у нас. Бросить бомбу, украсть или ограбить. А, после пусть ограблю его. Во, тут, блин, нельзя было, типа, свистеть, пока не ограблю его. Капец, да? Что такое там, блин? Там твоя смерть, дебил. Это же тут твоя смерть. Так, сейчас быстро к его ограблю, а. Так, стрелок, получается, нас обходит, да? Не, все нормально, чуваки. Только так стоять удобно, что их на двоих будут убить, а. Так, все зависит теперь от стрелка. Он стоит. Вот стрелок совершенно мешает мне. Он, сука, все портит, а. Сейчас, быстренько. Стрелок, сука. Жрет тупой стрелок, а. Сука, убить бы его. Но пистолет будет громко, а. Ой, теперь стрелка надо убить, а. Дима, не тупи. Стычек же избегать надо. Да чтоб твою мать, Дима, на твою налево. Как получится не попасть туда к нему? А, все, понял. Я все понял. Просто надо тоже убить его, а. Даже фармит анимуса взять, а. Это, сука, мне все портит. Ну, один тупой. Хотя стычек избегать же, а. Ну, ладненько. Будем, по-моему, можно выставить будет, да? Там же стычек главное избежать. Все, ладно. Да чтоб твою мать, Эдвард, пиздец ты, ебать твоего родственника. Сука, сейчас убью его, а. Вроде бы никого поблизости нету, поэтому тычек, надеюсь, я избегу, а. Да блин, Эдвард. Да твою ж налево, Эдвард, а. Ну что ты, блядь, кляча долгая. Долго думаешь, долго все делаешь, а. Блядь, это еда, если, сука, я туплю. Я себя туплю, люди, дорогие друзья. Надеюсь, стычек я избежал. Блин, сука, достал он меня. Хоть это сюда быстро так обходит, а. Может быть, не успеваю, а. Это еще тупило. Так, быстро сейчас посмотрим, друзья, это важно. Это важно на самом деле. Стычек избегать. Есть. Фух. Все нормально. Получилось. Офигенно. Классно, эти дебилки твоих убил. Я быстро их ограблю. Ну, мне просто правда реалы нужны. И пойду Дюкаса этого убивать. Теперь я понял, что из джунглей выбраться. Сначала надо было в них зайти, чтобы потом уже выбираться. Так, Эдвард, перезарядочку. Блин, она на самом деле очень интересная миссия. Опять же, получится долгая. Ладно, так что быть, я, наверное, даже остров не буду исследовать. Почему по времени, я не знаю, сколько уже миссии получается сейчас, в данном времени, но постараюсь сделать ее на минут 50. Ну, на час слишком долго, мне кажется, просто.
Так, тут уже труднее будет, друзья, стычек избегать. Так, избегайте стычек. Есть! Я сбежал стычек, а. Теперь могу налево и направо их убивать. Офигенно. Раз я избежал стычек, давайте помахаемся. Это Ева. Я стычек избегал, нормально. Фух, теперь можно, блядь, расслабиться. Офигеть, Эдвард, молодец, а. Красавчик, Эдвард, а. Вау. Так, надеюсь, этот дебил не убежит. Ладненько, пойду я быстро как в точке обзора сбегаю. Хотя она сейчас, в принципе, мне не нужна. Ладно, вы беритесь из джунглей. На-на-на. Как я его? Они не поймут, что такое, да? Давайте, давайте, дебилы. Давай. Блин, а. Молодец, а. Ну, красавчик, Эдвард, а. Так, ладненько, все, пойду быстро к точке обзора сбегаю. Синхронизацию сделаю. И пойду к этому дюкасу, попробую в воздухе убить его, чтобы миссию завершить на 100%. Точка обзора у нас, в принципе, недалеко находится. Поэтому, друзья, думаю, вы меня не осудите, если я... Блин, нет, все-таки не получится. Не получится, не судьба. Не судьба. Ладненько, точка, так что бы, друзья. Ого! Да, уж большой галеон. Сколько у него орудий. Так, это сейчас будет этого дебила, будет в воздухе убить. Дюкаса, я имею в виду. Сука, не получается им точку обзора сделать. Ладненько, сделаем потом. Опа-опа. Так. Сундучок. А, Ром. Крутяк. Так, это дебил у нас дохлый. Надеюсь, меня не спалят. Сфига, мне надо будет как-то пробраться так, чтобы Дюкас меня не спалил. Поэтому надо придумать план. Сейчас. Пока убивать налево и направо уж не буду. Хотя нет. Это на самом деле, правда, план. План. Давай, дебил. Хотя нет, клинки скрытые классные, да. Офигенные. Правда, не классно убивать. Давай, но, блин, вот именно клинки лучше будут, обычные клинки. Вот эти вот. Они офигеннее. Ладненько, сейчас я у людей поубиваю. Сколько смогу. Дабы, чтобы этот дебил меня не спалил. После подпада я хотел расслабиться, надо его поставить, придется убегать. Ну, в смысле, скрытно убивать не нравится, конечно, да. Но нравится убивать так. Хотя скрытно, на самом деле, надо еще уметь убивать. Поэтому так убить легко, как я сейчас сделаю. А вот скрытно не всегда легко. Так, ладненько, сейчас надо подумать план, как не попасть на корабль, чтобы Дюкас меня не спалил, и я мог его спокойненько убить в воздухе. Это надо продумать. Этот, сука, нелегко будет сделать, но я думаю, у меня все получится, друзья. Ведь вашей поддержкой я верю в себя. Вы верите тоже в меня. Я больше чем уверен, что вы правда верите в меня. Что, я больше уверен, что меня поддерживаете. Как говорится. И держите за меня кулачки, что у меня получится убить его в воздухе. Ну, меня дает. Ну, надеюсь, получится. Так, получится пещера, не знаю, смысла то есть идти нету. А, тут, в принципе, не вариации нет, да? Ладненько. Ух ты! Нифига себе! Еще одна карта сокровищ. Офигенно. Так, подожди. Вот это да! Карта сокровищ. Так, получается у нас... Ага. Получится домик. Так, чертеж серые паруса. Ух ты, награда, нифига себе, блин. Если я понимал бы, как по этим картам определяться, куда идти, блин, я бы, блин, нашел бы тайники все, но пока я не разбираюсь, друзья. Пока, увы, я в этом плане тупик. Тупак. Блин, сфига, очень красивое море, а. Ладненько, друзья, прыгаем. Скрытно плывем. Реально скрытно. И, хотя нет, пока можно спокойненько плыть. Нет, все-таки скрытно надо плыть. Вот, плывем скрытно, дабы убить Дюкаса в воздухе. Надеюсь, воздуха нам хватит, а. Эти дебилов я потом убью. Или, может, они даже потом, по ходу дела, исчезнут, не знаю. Фух, блин. Дюкас, я иду к тебе, мой родной. Так, область. Чего область? Недоступна, что ли? Так, подождите, тут сейчас трепишь по-любому съесть, а? Это в большом галеоне. Так, где же сам Дюкас? Подождите, Эдвард. Рано тебе еще, рано.
Блин. Это, блин, где ж Дюкас? Ой. Этот дебил не спалил пока меня, что я его... он типа уже достал оружие, видите, да? Слава богам, он меня не спалил. Так, как мне забраться наверх, чтобы убить Дюкаса? Блин, пока не могу посвистеть, а. Надо руки просто отпускать. Там у них трюм, получается, находится. Зараза, а. Ладненько, друзья. Сейчас все продумаем. Потому что Дюкас, я не знаю, где Дюкас находится у нас. Блин, но кораблик у Дюкаса офигенный. Блин. Это не Дюкас, тоже же опять. Где сам Дюкас? Ладненько, пойдем еще пониже. Во, 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 вот так и поползу, а. Мне кажется, Дюкас находится аж в Манде Ивановская. Как вы видите, здесь его нет, вообще, походу, он может быть на носу корабля, ну, именно в задней части корабля, если я не ошибаюсь. Сука, бортовых орудий, блин. Не понимаю, почему, блин, Тэч, по-моему, сказал мне не нападать на Галеон, потому что мы просрём. Галка быстрая, да, уворотливая, но бортовые орудия и броня у нее слабые пока что, а. А Галеон бы просто нас разнес бы нахрен, а. Как что, дебил? Так, где же он? Блин, это дело, где же он? Приди за гребаный. Так, этот дебил меня спалит. Я просто хочу убить придурка, я не знаю, где он, а. Да уж, блин, Димончик. Ты, конечно, даешь. Нет, да, я не пойду на остров, так что быть. Миссия так уж долгая, поэтому да. Следующая миссия, в самом начале, пойду уже новые острова открывать. Может, так миссия и будет называться. Открытие новых мест. А, что это, блин, что я туплю на самом деле? Я же могу спокойненько и так сделать. Эй, Сара! Так, чтобы это, так, блин, сука. Надоело прятаться на самом деле, ребята. Я тут долго прятался, тут смысла прятаться нету, а. Молодец, Эдвард, а. Ай, красавчик, а. Так, убить Дюкаса в воздухе, а. Так, этот дебил меня пока что не спалил. Так, Эдвард, да что такой? Вот Эдвард, да. И получается, где Дюкас у нас? Это не... Где Дюкас, на самом деле, не могу понять. Во, офигенное место, чтобы спрятаться. Твою мать, Эдвард, ты полбес. А, он типа увидел своих мертвых, а, товарищей. Но больше ты ничего не увидишь, придурок. Так, теперь остался последний дебил. А, я не пойму, где Дюкас. Выберетесь из джунглей. Это что, миссия тупанула, что ли? Я не могу понять, где Дюкас. Друзья, мне походу игра баганула. Я не могу понять, где Дюкас. Походу, там Дюкас что ли идет? Не, на самом деле, где Дюкас? Друзья, я уже на как сказать, корабле Дюкаса. Так вы понимаете, да? Да, как там, забыл, корабль называется. И где Дюкас, я не понимаю. Реально, где он? Там его нет, тут его нет. Даже какого хрена? Это что, либо я туплю, друзья, что-то не так, не то делаю, либо игра баганула. Тебе кажется, все нормально, все хорошо. Все отлично. Приболи быстрее, а. Это не бесконечный запас воздуха. А туда упала. Куда упал? Срань господня, да? Не получилось, а? Пошел ты. Нахрен, сука, искупайся. Я не могу понять, где находится гребаный, блин. Как там его? Дюкас. Получится, убейте Дюкаса в воздухе.
Так, и где? Я не могу понять, где он. Я уже везде, я уже полчаса побыл на его корабле, убил всех его там этих, блядь, его людей, а дядюка сам, не понимаю. Блин, не знаю, что я делаю не так. Это ж не Дюкас. Нет. Я вообще не могу понять Дюкаса. Вообще, видите, что я делаю, ребята? Просто спихнул его в воду. Блин, ребята, я не пойму, где Дюкас находится. Я буду его искать, а? О, улучшение. В настоящий момент в каюте капитана доступно 5 улучшений. Опа. Опа, еще одна таверна. И таверну вторую я открою, а? Да-да-да. Мальто. Фух, блин. Ребята, я не понимаю, где Дюкас, но сейчас мы, походу, его узнаем. Опа, и в кустике, а. Я бы уже падал на его корабле, всех поубивал. Либо я что-то делаю не так. Я сомневаюсь в этом, а. Ну, я не сомневаюсь. Либо просто Дюкас, хрен знаю где. Ведь я уже всех-всех почти его, блядь, людей поубивал. И его нету нигде. Ладненько, помахай с его людьми, так что быть. Сука, гребаный тупой ублюдок, спарил кончено по реке. Во. Так, выберитесь из джунглей. Да где Дюкас? Блять, как понять, типа из джунглей, он что, свалил что ли? Ладненько, получится из джунглей выбраться, да? Я вроде бы, не, по идее, если не ошибаюсь, я посмотрю прохождение давно очень. Дюкас должен был быть на корабле. Ну, по идее, а его нету. Я не понимаю, что происходит, друзья. Совершенно не понимаю. Я не понимаю, куда меня на самом деле идти. Я уже всех людей на этом гребаном, вот у меня квадрате, Дюкаса поубивал. Блин, друзья, только что не стрим. Как бы вы не подсказали бы, что я делаю не так. А так придется сейчас бегать как дебил и разбираться, что же я делаю не так. Данный фрагмент памяти от зоны. Ого, домик, нифига себе, прикольный. Недоступно. Да подскажите мне. Да чтоб твою мать, недоступно, недоступно. Да Дюкас, я не понимаю, ребята. Прыжок вверх, это понятно. Вот, сундук, нифига себе, это походу супер крутые сундуки. Ничего, еще получится, надо с острова свалить. Ладненько. Походу... Не, на самом деле. А где наш офигенный дорогой друг Дюкасик? Друзья, я не знаю, я на Галеоне его, во, вспомнил. Всех убил. И. А тут получается Дюкас кто-то испарился. Я не знаю, где Дюкас. Я как дебил сейчас буду его искать. Капец, да? Ну и миссия. Если я правильно ошибаюсь, кто игру проходил, знает. Но я не проходил, а просто смотрел прохождение. По идее, Дюкас должен был быть на корабле. На. Вот, у меня на корабле, на Галеоне, а его нет, его просто нет. Эдвард, Эдвард, не тупи, давай, а что твое, Эдвард, а? Фу, Эдвард еще бывает меня подтупливает немножко, друзья. Ну, подтупливает не он, а то я, просто я его управляю. Вот где он? Где Дюкас? Блин, я уже... Везде все обладил. Что мне делать, не могу я понять. Эть, какого хрена? Что за миссия тупорывая? Друзья, дорогие, это тупая какая-то миссия основная. Я вообще не понимаю, что делать. Она какая-то долбанутая, блин. Ну не для галки же мне сейчас надо точно перебираться, а. Я же миссию еще не завершу, ни хрена. Вот, меня же... Это... Получится дополнительная задача. Убейте Дюкаса в воздухе. А где Дюкас? Блин, надо назвать миссию. Где Дюкас? Они безумец, блин.
Я реально не эти дукаться не могу. Вот везде, везде, в Азии, что, блядь. Не понимаю я. Ой, Эдвард, Эдвард, да. Хер, походу, мы с тобой сейчас так будем, дебил, а и хер не страдать. Мне кажется, друзья, на самом деле Дюкас должен быть здесь просто богановая игра. О, затупило. Потому что, ну, это бред. Дюкас должен быть в этой области. Это идиотизм, блядь. Чтобы он был в другом месте. Ну, получается, цель зависла. Выберитесь из джунглей. Да я уже выбрался из джунглей, дебил, ты тупой. Я уже, блядь, все, я уже на корабле. Дюкаса, вы налево. И все равно мне говорит, чтобы я из джунглей выбрался. Ну, пишет, блин, до сих пор. Твою мать, ну сейчас сдохнуть надо, а? Я думаю, надо было сдохнуть. А чуть-чуть тупил, я просто надо было взять... Ай, друзья, я тупанул. Ужас, как я тупанул. Просто надо было взять и... Опять заново закрутить загрузку, а? Так, убейте Дюкаса. Так, как-то сокровищно, да? Паника, дубль 20-2. Офигенно ему прям в бошку зарядило. Сахарные плантации, как я понимаю. Вот то. Так, паника. Дюкас. И где наш Дюкас, блин? Друзья, ну это какой-то бред, видите? Я выбор, я... Паника. Сейчас, подождите. Я знаю, что я сделаю. Во. Эдвард, Эдвард, Эдвард. Так, убавить точку обзора. Дубль 20-2. Может, сейчас Дюкас появится. Может, это вообще прям тихо-тихо забраться. Так, смотри. Да, блин, не Дима, не тупи. Получается, у нас... Нет, нож не появился. Так. Раз. Раз, два, три, как говорится, да? Третий у нас, да, три получается, второе. Паника, на самом деле, это считаю я бредом. Дюкас должен был появиться, в любом случае, даже не пофигу, я уже выполнил топ здания, не палиться. Поэтому Дюкас должен появиться, это просто игра могу быть. Походу, приходится, друзья, опять заново этих дебилов убивать. Блин, походу я поймал баг в игре и не смогу этого теперь его убить. Блин. Капец, да? Сука, такая офигенная миссия получалась, а? И в итоге, блин, если какой-то херни, походу я не смогу ее выполнить, а? Блин, ладно, дубль 20-2. Надеюсь, правда, получится сейчас игра отбаговала. Что-то то, что я сдох. И сейчас мне получится убить Дюкаса. Он будет на корабле. На гребаном этом, блин, галеоне, а? И... Ладно, если сейчас его не будет, придется вообще полностью заново миссию начинать. Да, да, да. Блин, Эдвард, держи, держи, Эдвард, держись! Да пошел ты нахер, дебил. Ты трендишь на очень много, а? А только от этого трендежа. Закрепите груз, быстро! А, ну вот он наконец-таки Дюкас, а. Пипец, друзья, Дюкас появился. Наконец-таки он появился. Блин, да, уж получилась очень долгая миссия. Да, сейчас я убью Дюкаса и завершаю мою миссию, потому что, ну, увы, не получится в этой миссии мне остров, ну, еще один остров открыть. Дабы... Она очень долго так получилась, а? Ну, наконец-таки Дюкас появился. Твою налево, тупой за Дюкас. Сука, заставил меня перед заново, получается, считай, все делать. Ну же, шевелись! И получается, придется полностью их опять убить всех. Ну, да, убить их всех. Чтобы убить его в воздухе, а? Капец, миссия затянулась. Да я, понимаете, друзья, миссия...
Багануло! Офигенно, я его, кстати, я убил. Тот дебил меня не спалил, все хорошо. Эля, вы сами видели, где указа не было. Не скоро еще вы вновь вступите на берег. Ага, Дюкас, Дюкас, Дюкас. А твою мать, Эдвард. Мне по Эдвард бесит, а? Своим дебилизмом. А, в смысле, я получился. Ты представь себя своим дебилизмом. Шевелитесь, мучачос. Давай живее. Мучачос. Ой, ой, ниже, 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 ниже. Да, все-таки этот дебил, походу, со шрамом, если я не ошибаюсь. А нет. Это ж дебил в шляпе, Дюкас. Я думал, это кто-то и со шрамом. Я уже при меня просто их забыла. Мне надо в воздухе убить его. Ладненько. Так, теперь Дюкаса надо в воздухе убить, а? Надо убить его в воздухе. Эдвард, Эдвард, пожалуйста, я тебя прошу, а? Прошу тебя, не тупи, а? Да, да, Дюкаса надо убить в воздухе. Ты же хотел его убить, а? Хотел. Сейчас мы это сделаем. Ну-ка, давай это сделаем в воздухе, а? Потому что я хочу это сделать в воздухе, а? Да и, в принципе, просто хочу выполнить миссию эту на 100%. Хотя предыдущая миссия получилась мне на 80%. В общем, фигня была миссия. Ну, пусть я плохо выполнил ее, я имею в виду. Так, где у нас Дюкас? И где же этот тупой Дюкас? И на самом деле, где Дюкас? Ага. Да какой вниз, Эдвард, твой налево. Ладненько. Эдвард вниз, Эдвард вверх. Ты, блин, надо Дюкаса найти. Где моя цель? Блин, стигай отсюда, все равно убить не смогу его. Дюкас, Дюкасика. Буду я сейчас я с ним, как говорится, задавливаться. Блять, слишком высоко, не смогу его убить, а. А мне за воздухе убить Дюкаса, а не туда. Да уж, миссия правда затянулась, а. Да, блин, Эдвард. А твою мать, аж какого хрена игра, игра тупит, друзья. Дюкас меня достал уже, я всех, всех его людей убил, а я вот сука пока убить не могу, а. Как же тебя боссов, сука, убить-то, а? Я же, сука, в воздухе убить его, блядь. Каким образом я в воздухе убью его, когда не получается, блин, это сделать, а? Что-то, блин, да. Друзья, пока не получается не убить его в воздухе, этого Дюкаса. Очень хочется, но пока не могу, а. Сейчас попробую кое-что. Помнишь, есть! Свой подарок? Выполнил! Он ответит за меня! Сукин сын! Наглый, как ядро! Да и ума столько же! Извини, приятель! Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив! Мне жаль тебя, Буконьер! После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором! А это что?
Мелкие кражи — предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Догореть тебе в аду, который ты создашь своими руками. Бухта наша! Так, теперь чисточек выполнено. Дюкаса в воздухе выполнен, наконец-таки, блядь, я столько морался, видели, игра баганула, блядь. Его не было, Дюкаса, я его везде искал, по кораблю побегал, его просто не было. И пришлось получиться опять заново их всех убивать. Блин, время тратить, вот таки получилась миссия, походу, очень долгая. Всем спасибо вам за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Я пока с вами еще не прощаюсь, буквально парочку минут, даже минута может быть, и тогда простимся. Ну, в смысле, на временно, вы понимаете. Ладно, так, миссию я оцениваю на 5 звезд. Очень получилась она долгая из-за того, что она игра баганула. Бывает, что игры багуют, а? Сейчас просто наберем момент, я хочу игру завершить, а? Ну, миссию имею в виду. До завершения игры далеко еще. Привет. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой призыв. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. О, бонжур. Конечно, я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Маленько, я на моменте, в принципе, миссия завершили, дорогие друзья. Да. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.